Странно вы спите. Что? Мы всю ночь не могли уснуть. Как только выключали свет, видели доставщика пиццы. Он был в страшной маске. Да, так что ваша система нам не помогла. Что еще за доставщик? Мы вчера заказали пиццу, а этот курьер кусок пиццы сожрал. Да, и мы ее есть не стали. А вдруг он заразный? Этой пиццы? Ну да. Коробка пустая? Как пустая? Мы ее не ели. Значит, вы не брали? Нет, мы только пришли. Значит, это курьер. Он был тут. Это не дом, а какой-то дурдом. Сонь, мне тоже начинает все раздражать. То чебурашки у тебя, то курьеры. Ну, я тоже видела. А может, у тебя тоже температура? Понятно. Вы нам не верите. Я сейчас докажу. У меня есть переписка с курьером. Алена, переписка исчезла. Так он же мне звонил. Да, у тебя должен был сохраниться его номер. Да, сейчас. Что? История очищена. Офигеть. Да как же так? И почему я не удивлена? Сонь, хватит уже с нас этих привидений. Ну вы же сами видели паранормальщину. Ну да, видели. Но я уже тоже не доверяю своим глазам. Может, это какой-то массовый гипноз? Да, должно же этому быть какое-то научное объяснение. Соня, курьер же дал тебе визитку. Точно! Тут, на столе! Ее нигде нет! Он убрал все улики. Девочки, хватит! Мне надоело уже это слушать. Вот именно. Давайте сменим тему. Вы нам не верите. Алена, пошли прогуляемся. Да, прогуляйтесь. Погода хорошая, на улице тепло. Алена, они нам не верят. Но нам же не могло показаться. Да, с ума, как говорится, поодиночке сходят, а не вместе. Вот именно. И кто-то же съел пиццу. Мы же не ели. Не ели. А еще он удалил переписку и очистил историю вызовов. Ну как он это сделал? Ведь у тебя пароль на телефоне. Я не знаю. Он какой-то хакер, как тот чебурашка. Какой еще чебурашка, Сонь? Курьера я видела, а чебурашку нет. Мне кажется, чебурашка и курьер — это один и тот же человек. И он хакер. Ну насчет чебурашки я сомневаюсь, Сонь. Извини. Он сзади тебя! Где? Там! За деревом стоял! Извини, Сонь, но в чебурашку я не верю. Значит, ты тоже мне не веришь, Алена. Ну, Сонь! Ну, в курьера-то я верю. Ну, как прогулялась? Курьеры и чебурашки улетучились? Практически. Вы, наверное, были правы. Никаких чебурашек и курьеров тут не было. Ну, наконец-то! Размышления здравомыслящего человека. Соня, там ничего нет. И апельсины. А почему они на полу валяются, Сонь? Они выпали из шкафа. Сонь, померь, пожалуйста, температуру. Мне кажется, ты заболела. Думаешь? Уверена. Сонь, ты в прошлый раз несла такую же чушь. Давай нам еще про крысу расскажи.
Про крысу? Про крысу. То есть крыса – это тоже глюк? Так, Сонь, мерь температуру, я через 3 минуты приду. Значит, ты не права. И Алена права. Этого всего не существует. У меня температура. Это все неправда. Никаких шкурок от апельсина я не вижу. Это все неправда. Температуру померила? Не смотрела еще. Давай градусник. Странно. 36,6. То есть у меня нет высокой температуры? Похоже, что нет. Ладно, почитай книжку, полежи, отдохни. Если что, зови. Хорошо. У меня нет температуры. Почему я тогда вижу всякую ерунду? Сонь, ты чего опять к компьютеру-то уселась? Полежи, отдохни лучше. Да надо презентацию закончить. Я тебе принесла витамины. Ты попей, пожалуйста, а то за твое здоровье переживаю. Хорошо, мам. Что? Программа для удаленного доступа. Она установлена. Значит, хакер все-таки существует. А это что за файл? Соня, чего опять компьютер тут сделать? Иди полежи лучше. Да, презентацию нужно сделать. Я тебе витамины принесла. Пожалуйста, выпей, а? Я очень переживаю за твое здоровье. Хорошо. А спонсоры моего канала – это Миша Хэллоуин, Денис Хита, Сашок, Роберт Балок, Зака Хьюга, Ирина Максименко и Каролина Тот. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, а также на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Спасибо за просмотр, друзья, и всем пока!